Ну что, друзья, у нас рано, очень рано. Попробуем мы сегодня с вами покопать на пляже. На пляже, не просто пляже, районного значения. Поедем пораньше, чтобы людей не было, хотя еще не сезон купаться, ну а вдруг. Поедем, посмотрим природу, пляж, в каком состоянии для общего развития. И походим, вдруг найдем золото, бриллианты. Ну или как всегда, ходячка, может повезет бижутерия, все такое. Ну, не знаю, как пойдет. Пляж — это дело непредсказуемо, но пробки и от пива вот эти вот штучки найдем обязательно. Так что не переключайтесь, саживайтесь поудобнее, поехали копать. Красиво на речке. Купаться еще рано, но вода так и манит. О, стоит паук. Значит, там в кустах рыбаки. Рыбаки, может, чего-то поймают. Оп, и чего? И до свидос. Ну что, друзья, наконец-то мы доехали до пляжа районного значения. Вот так здесь все. Ну, достаточно культурно. Вот здесь мы и походим. Не маленький такой пляжик. Так что как-то вот так. Я думаю, пробок мы с вами нароем. Это 100%. Но пробки показывать не буду, это неинтересно. Потом выброшу их в мусорку. И все, походим и там возле воды, возле лавочек, везде походим. Вот здесь такой мост, авто, может где-то рыбаки, а может. Ну, присутствует.